Год без воды. Жители одного из частных секторов Михайловки с прошлого года испытывают нехватку самого необходимого – питьевой воды. Аварийная бригада компании «Слугодателя» лишь разводит руками. В этой проблеме горожанам они не могут ничем помочь. Ничего не остается жителям, как жить все это время на сухом пайке. Бек Абдинов расскажет подробнее. Жители улицы Кислородной и Научной вот уже с декабря месяца проживают без холодной воды. Основой жителей составляют люди престарелого возраста. Лето прожили, а как же встречать холодную и суровую зиму? Давайте прямо сейчас узнаем из уст местных жителей, как же это все происходит. У нас нет воды с июня месяца, и мы живем за счет того, что ходим через две улицы на скважину, у соседей берем воду, или приезжает водовозка. Если перехватываем свободное время, то пытаемся набрать все емкости водой. Если идет дождь, мы набираем дождевую воду и так пользуемся. И уже как бы устали, писали в Карагандысу, писали в областной акимат. Порой отключение холодного водоснабжения даже на сутки доставляет массу неудобств горожанам. Представьте, каково обитателям жилого массива по улицам Научная и Кислородная. Здесь воду в кранах не видели уже больше года. Местные жители обили пороги всех инстанций, но дело с мертвой точки так и не сдвинулось. Везде встречают, мило улыбаются, все обещают. И как говорят, вот дойдет до вас очередь, если не будет нигде аварии. Извините, а у нас что, не аварии на поселке? Мы сидим без воды. Воду жителям улиц Научной и Кислородной привозят один раз в неделю. Вот только качество привозной воды оставляет желать лучшего, сетуют жители. Ей даже чай не заваришь, при кипячении на дне кастрюли остается грязь и песок. Помимо этого, воду привозят нерегулярно, в неделю, в две недели один раз. Так ее какую привозят, а не пойми, что берем. За год отсутствия холодной воды жильцы отчаялись найти виновного в своих бедах. Ни акимат, ни компания Каргандысу помочь страдальцам не спешат. Мол, водопроводные и канализационные сети давно уже должны были передать в коммунальную собственность. Тем временем вода, вместо того, чтобы появиться в кранах этих каргандинцев, попросту утекает по улицам. Что же будет и чем же закончится эта суровая история с водой, смотрите в следующих репортажах. Бек Абдинов, Олжас Кабасов, Евгений Афанасьев, Первый Каргандинский. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».